Tebe сейчас, es gribu tev tagad показать одно место в Библии, vienu vietu parādīt, kur tev svētīs Bībelē. Это tas ir Деяния 6 глава, Апостоль Дарбы 6, с 1 стиха. No 1 панта. Я слышу шелест страниц, все открыли Библию. Es dzirdu jau, ka lapas jau čurs. В телефоне. Un telefonā. Вау, в телефоне. О, в телефоне есть. Перелистывают страницы. Шерсть лапас телефона. Ну, а большинство людей, которые здесь, я хочу просто сказать, даля, знают šeit, Библию наизусть все. Пасра, весь зин Библию на галвас. Я не 6, первый стих. Апостол 6:1. В эти дни, šajās dienās, когда произошел, когда умножились ученики, kad pavairojās mācekļi, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что сака, вдовы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии макарон. Я тут был проблем с макарон далишану, не варей садлит макарон, то пейц виньем сава старпа санас проблемы. Тогда 12 апостолов тогда 12 мацекли сделали конференцию. Устайси конференции. Написано, они созвали множество учеников. Они употец, когда сосауц дауц мацеклюс. И тема конференции была «Нехорошо нам». Un konferences tēma bija nav labi mums. Они сказали, нехорошо нам, nav mums labi, оставившие Слово Божье, заботятся о столах. Atstādami Dievu vārdu, rūpēdamies par galdiem. Я хочу показать тебе третий стих. Es gribu parādīt tev trešo pantu. Cik svarīgs trešais pants. И это благословит тебя обязательно. Un tas sveitīs tevi obligāti, меня. Kā viņš sveitīja mani. Оно. Нет, не оно, а он. Viņš. Итак, братья, un tā, брали, выберите из среды себя 7 человек, но сама виду 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. Un viņus ieliksim šajā kalpošanā. 4 стих, а мы постоянно пребудем в молитве служения Слова. А 4 панта рассказывает, что мы постоянно будем варда. И 5 стих говорит, и угодно было это предложение всему собранию. Un visiem tas apmierināja. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святаго. Stefan, pilno svēto garu, и Филиппа. Filipu, и Прохора. Un Prohoru, и Никанора. Un Nikanoru, и Тимона. Un Timani, и Пармена. Un Parmenu, и Николая, антиохийца, no Antiohijas, обращенного из язычников. А куш би отгрезес но паганием. Их поставили перед апостолами. У них снова лека апостоль прекша. И сии, о, вини, помолившись, а из лудза, возложили на них руки. Узлик уз виньем рокас. И Слово Божие росло. Un Dieva vārds auga. И число учеников умножалось. Un arī vairojās mācekļu skaits Jeruzalemē. А многие священники daudza rakstumācītāji перестали быть неверующими. Un viņi kļuva par ticīgiem, viņi pārstāja kļūt neticīgi. И 8 стих. Un 8 pants. А Стефан, то есть один из... Bet Stefans, исполненный верой и силы, piepildīts ar ticību un spēku, совершал великие чудеса, taisīja varenus brīnumus, и знамения, un zīmes, в народе, tautā. Чудеса и знамения, они всегда вместе идут. Зимес и брином вместе. Знамения, чудеса, чудеса и знамения. Брином и зимес, зимес и брином. Я верю в чудеса, потому что я верю в Бога. Es ticu brīnumiem, я верю в Бога, поэтому я верю в чудеса. Tāpēc es ticu brīnumiem. Для чего я это все прочитал? Я хочу благословить тебя этим словом. Как оно благословило меня? Jo man tas vārds svētīts, lai tur ir būtu, tu būtu svētīts. Посмотрите. Paskatieties. Те, кто раздает пищу в церкви. Tie, kas dala драудзе барибу. Написано, они viņi должны были быть исполнены, наполнены, переполнены пепилдитем, пилнем Святым Духом. Ар свято гару. Просто чтобы раздавать пищу. Венкаш лай далиту партик. Просто чтобы раздавать макароны. Лай венкаш далиту макаронус. Макароны. Макаронус. О. Шоколадки. Шоколадес. Пиццу. Пиццу. Булочки. Булцинес. Горячие, свежевыпеченные, ароматные. Свайги устептес, сморжейгес.
Еще раз. Vēlreiz. Чтобы раздавать еду, нужно было быть исполненными Святым Духом. Varētu dalīt ēdienu, то есть исполнение Святым Духом. Pārpildītiem Svēto Garu. Это не только для пастора. Tas nav tikai priekšmācītājiem. Это не только для Tas nav tikai музыканта. Priekšmūzikantiem. Те, кто ведет прославление. Kas vada slavēšanu. Исполнение Духом Святым. Svētā Gara piepildīšanās. Наполнение Духом Святым. Piepildīšanās. Это для каждого. Priekš katra. Для каждого в церкви. Priekš katra draudzē. Для каждого. Priekš katra draudzē. Это для операторов. Это для операторов. Для тех, кто убирает. Для тех, кто накрывает. Kas novāc, kas uzklāj. Для тех, кто раздает. Kas izdala. Для тех, кто отбирает. Kas novāc. В общем, что бы ты ни делал в Доме Божьем. Vienalga, ko tu darītu Dieva namā. Вау. Вау. Вау, тройное. Аллилуйя, трискаршайс. Аллилуйя, спасибо. Аллилуйя. Вау. Знаете, я слышал иногда такое. Да, что-то сегодня пастор не был в духе, он citreiz, так, saku, не особо наполнен. Formā, nav pārāk uzpildīts. У меня всегда вопрос, а насколько ты наполнен? А мне jautājums, uz cik tu esi uzpildīts? Когда ты наполнен? Kad tu esi piepildīts. Когда ты наполнен? Kad tu esi piepildīts. Когда ты наполнен? Kad tu esi piepildīts. Ты обращаешь внимание на правильные вещи. Tu sāc novērot pareizas lietas. Тебе комфортно. Ir ļoti labi. На самом религиозном собрании. Pats pašā religiozā. Потому что внутри тебя течёт река. Тāpēc, ka iekš tevis plūst upe. И оно наполняет всё. У меня наполняет всё. Visu piepilda. Аллилуйя. Наполняйтесь духом. О, people из Святого Гора. Амен. Давай! Вот сегодня хочу рассказать короткое свидетельство. Я пришел, зашел сюда, и когда все славили Господа здесь, аллилуйя, я начал кушать. И знаете, может быть, если со стороны смотреть на меня, это такой духовный процессия происходит, понимаете? Духовная процессия, все славят отца, папу, а один стоит и кушает. Ну, совсем плотское действие, совсем плотское, если так думать. Но я подумал, ну, по поводу этого начал кушать и заодно думал, и я понимаю, что мне все хорошо, я здоров, у меня все есть. Единственное, что я могу благодарить и славить Господа за это, что Господь мне дал. Но просто живот у меня был пустой. И эта нужда была конкретно для меня сейчас. Мне не надо было ни исцеления, ничего. Я хотел просто кушать. И это сбылось. Это была моя нужда, про которую я забыл, потому что я из 6 утра уже оперирую и забыл про кушание. И тут пришел, смотрю, о! И это заполнилось. И как будто мирское такое вещь, мирская, но это была моя нужда на тот момент. Аллилуйя. И Господь, видите, как сделал. Спасибо сестрам благословенным, которые накрывают такой вкусный стол помазанный. Аллилуйя. Pizza. Un tur ir ļoti garšīgi pīrādziņi un kūkas. Karsts. Aleluja. Это потрясное свидетельство от Генри. Tā ir brīnišķīga liecība. Оно просто подтверждает, что в Доме Божьем духовно все. Jā, un tas pierāda to, ka Dieva namā ir garīgs viss. Вы понимаете, когда это так здорово, что мы можем кормить людей. Tas ir tik superīgi, ka mēs varam barot cilvēkus. Что ты можешь приехать в церковь, выпить чаю, кофе, вкусно что-то перекусить.